Животноводы Заводоуковского округа сеют кукурузу. Для корма эту культуру здесь выращивают 6 хозяйств. От общей площади ярового сева он занимает 4,5%. Половину уже засеяли. Так, в Мичуринском свиноводческом компании работа почти завершена. Во многом благодаря и технике. Например, у этого 8-рядного агрегата 100% сев без погрешности. Для каждого ряда свой бункер с зерном. За раз получается высадить 8 рядов одновременно с семенами. В землю поступает и минеральное удобрение. Планируем взять не только урожай, но и качество. По результатам прошлогоднего нашей работы, вот этот сорт новый, он превзошел наш в 2 раза по качеству. То есть и урожайность. Урожайность на уровне 25 тонн с гектара зеленой массы. Кукуруза пойдет на силос для крупнорогатого скота. Она содержит большое количество крахмала, который дает энергию животным. От этого будут зависеть и надой молока.